20 минут о красивой жизни, интересных людях и добрых поступках. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Настоящий мужчина. Настоящий мужчина. Настоящий мужчина. Многие девушки задаются вопросом, где же найти настоящего мужчину. Рестораны, театры, спортивные клубы, сайты знакомств давно изжили себя, как площадки для поисков. И кто же мог подумать, что своего настоящего мужчину можно найти на конкурсе красоты с одноименным названием. Он назывался раньше «Мистер VIP». И в этом году мы приняли решение его переименовать, потому что ты уникальный в этом году. Это наш глобальный, самый мощный проект. Исполняется 10 лет, и в честь 10-летия мы решили переименовать наш мужской проект, назвать его «Ты настоящий мужчина». Они приходят к нам в первую очередь не для того, чтобы доказать кому-то. Они работают над собой. Это выход из зоны комфорта, это новые знакомства, новые активности, новые связи. Поэтому многим молодым людям хочется вырваться там, из рутины, попробовать впервые потанцевать, походить на какие-то мастер-классы. У нас были мастер-классы и спортивные, и по этикету, и по психологии. То есть мы занимались с ними достаточно плотно. Врач, фитнес-инструктор, программист, бортпроводник. Всего перед судьями предстал 31 участник. У каждого свои представления о том, каким должен быть настоящий мужчина. Я думаю, чтобы он был храбрый, уверенный в себе, мог постоять за свою любимую даму, ну и любил. Да, мужчина – это не только, естественно, так сказать, личность, но и, в принципе, и командный игрок. Поэтому я считаю, что нужно уметь создавать как раз-таки и себя, и свою команду. Ответственность, в первую очередь. Терпение, быть сильным. Мужеством, ответственностью за себя и за свою семью, в первую очередь. Ну, отвечать за свои поступки. Ну, и дарить всем счастье, любовь. И заботиться о своих родных и близких самих. Ответственность. Дисциплинированность, нежность, позитив. Ну, много качеств, которые должны быть в мужчине. Кроме силы и мужественности, еще одним важным качеством является, умеет ли мужчина быть настоящим другом. Кстати, поддержка родных и близких добавляла конкурсантам баллов. Я знаю этого человека уже не первый год. Мы с ним коллеги, и помимо этого, хорошие друзья. Знаю его поступки, знаю о его жизни, наверное, больше, чем можно увидеть в этом конкурсе. И большего настоящего мужчину, наверное, нужно поискать. Во-первых, я его уже достаточно давно знаю. И он действительно во многих ситуациях в жизни проявляется как настоящий мужчина. Я считаю, что настоящий мужчина даже для девушки-друга – это в первую очередь помощник, наставник. Где-то он может помочь, где-то дать пинка, так скажем. Это настоящий мужчина с большой буквы. Ему просто нет равных. Он с дочерью моей вот очень хорошо относится. Он все делает сам в жизни, никого не надеется. Только он. И вот пошел участвовать. Красивый он у нас. Самостоятельный. Самым настоящим мужчиной и победителем конкурса стал Владлен Кирилюк. Но, может быть, маленькую победу над собой совершил каждый, кто в этот день вышел на сцену. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Распродажа брендов – это возможность пополнить свой гардероб новыми комплектами по приемлемой цене. Цельный образ из нескольких вещей в период поступления новой коллекции порой может быть не по карману. А чтобы в дни распродажи избежать лишних покупок, можно воспользоваться принципами формирования рационального гардероба. О них нам напоминает стилист-имиджмейкер Марина Синдюкова. Очень часто женщины в период распродаж страдают манией шопоголизма, скупают все подряд, а потом не знают, что с чем носить. И получается, вещей много, а носить нечего. Я бы рекомендовала при покупке вещей на распродаже все-таки думать о том, какие комплекты из этого получится. Потому что современная мода, современная жизнь диктует, чтобы образ был гармоничный.
чтобы все совсем сочеталось. Даже очень эклектичные образы, даже образы, где сочетаются два, казалось бы, несочетаемых стиля, они должны быть продуманы и выверены. Стилисты советуют составлять комплекты в рамках одного или двух родственных брендов. Так соответствовать друг другу по качеству будут и ткани, и линии, и крой. В нашем случае это одежда «Карактер» с традиционным размерным рядом, а также «Елена Миро» марка с расширенной линейкой, позволяющая быть элегантной женщине в любом размере. Также в период распродаж стоит обратить внимание на универсальные базовые вещи. Хорошее пальто стоит хороших денег. И сейл – это прекрасная возможность приобрести себе такое пальто, одно базового цвета и одно какое-то яркое для вечернего выхода. Сейчас это обязательное условие гармоничного гардероба модного. Не стоит бояться таких покупок. Я считаю, лучше вложиться в дорогое качественное пальто, так как сейчас важно, чтобы верхней одежды в гардеробе было несколько на каждый сезон, приобрести его по приятной цене. Сегодня на наших героинях были представлены образы марки «Елена Миро» и «Карактер». Это две марки класса «Прет-а-порте». Я бы рекомендовала в этот период выбирать вещи, которые беспроигрышными будут для вас. Например, ваши лучшие оттенки или ваши выигрышные фактуры, которые вас украшают. Силуэтные решения, которые наиболее правильно обрамляют вашу фигуру. И тогда неважно, это вещь из новой коллекции или это вещь из распродажного периода. Угу. Причем я бы обратила внимание, то, что распродажи не всегда бывают сезонные, бывают межсезонные, бывают какие-то акции. Стоит следить сейчас за такой уникальной возможностью, чтобы вовремя оказаться в нужном месте и получить вещь своей мечты. Максимальное количество комплектов при минимальных вложениях – это главное правило рационального гардероба. Ну а чтобы в нем находилось место премиальным брендам, стоит отслеживать акции и распродажи. Тогда это будут не пустые траты, а разумная инвестиция. Бутик Елены Миро. Ликвидация коллекций прошлых сезонов. Скидки до 70%. Бутик Елены Миро. Проспект Ленина, 65. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирова, 159. Это «Beauty Time», программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск.
реально вау. То, что я вижу здесь, это потрясающе, это очень необычно. Я могу только восхищаться уже с того, что как мы вошли, какая встреча и какая организация. Но Лена в этом вся. Поэтому мы приехали с удовольствием ее поздравить с этим юбилеем. Подобного рода мероприятия в нашем городе практически никогда не проходят, настолько яркие, настолько красочные. Вот она как начала работать 25 лет назад, вот она работает лучше, лучше и лучше. Это редко. Она держит такой столичный уровень, европейский уровень. И соответствует, я считаю, таким мировым стандартам. Равной ей нет. Я желаю ей процветания дальнейшего. У нее очень много учеников, у нее очень много последователей. И она стабильно работает в течение всех этих многих лет. Наша дружба с Еленой Ивановой длится очень-очень много лет. Это моя самая лучшая, самая верная подруга. Но кроме того, что это подруга, это, вы знаете, это женщина совершенства, это женщина-идеал. Она такой несет творческий потенциал, такую красоту в город. И благодаря ей, ее студии, мастерам, мы каждый день купаемся в роскоши и красоте. Я не буду вспоминать, сколько лет и сколько времени мы уже дружим, но это вечность. Вспоминаю, что мой мастер-класс здесь, в Челябинске, был на ура. Вот, я остался ужасно доволен. Во многом благодаря только ей. Я с ними знакома уже 15 лет. Просто благодарность великая. Меня приучили к красоте. Что-то поменяли во мне, то есть изменилось полностью где-то что-то. Мы познакомились, ну уж точно больше 15 лет тому назад. Познакомились здесь, в Челябинске. Я ездил в большой тур с многократной чемпионкой мира и Европы Ольги Бурмистровой. Она и, ко всему прочему, была партнером и остается хорошим другом. Вот, и Венером Анваровым. И вот, соответственно, в рамках этого турне я приехал сюда, в Челябинск. И много лет назад мы познакомились. Вообще нужно сказать, что из фэшн-индустрии имидж студии, и сама Елена – это такая визитная карточка Челябинска, не только для страны, но и, наверное, в мире, потому что, учитывая ее, так скажем, бизнес-связи, какие-то интересы, ее знают, конечно, многие люди из этой индустрии. Лучшие марки представлены именно в Image Studio. Как говорится, шик, блеск, красота.
Это ода красоте в деталях. Я старалась здесь, за кулисами, для того, чтобы они почувствовали то, что бы я хотела, чтобы они почувствовали. Я хочу ей пожелать только самое главное, чтобы не терялась эта ее жилка, которая у нее есть. Новых успехов, удач, интересных, необычных, неординарных. Всего того, что она сама себе желает. А мы ей в этом поможем. Успехов, любви. И она просто молодец. Я ей восхищаюсь, горжусь. Желать чего-то она всегда сама ставит себе очень... большие перспективные цели и никогда не остановится на достигнутом. Чтобы много работали, много клиентов было. Желаем, чтобы имидж-студия проработала минимум 200 лет. Я от всей души им желаю дальнейшего процветания, добрых, лояльных, ценящих их труд клиентов, чтобы они отпраздновали как минимум еще 30-летие, а возможно и 50-летие. Еще встретиться через 25. А соответственно, прожить эти до 25 достойно, прожить в здравии, ясности, здоровье, любить свою семью. Я знаю, что семья ее безумно любит. Просто безумно. Безумно переживала, очень старалась. Но на самом деле я безумно счастлива. От того, что это состоялось, от того, что я вижу у людей в глазах восторг, у людей в глазах благодарность. И, ну, я счастлива, что это случилось. И все наши усилия, вся наша работа, она была проделана недаром. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекций. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», второй этаж.
Все сюжеты Beauty Time в любой момент можно увидеть на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу Beauty Time _TV. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда Beauty Time TV благодарит партнеров проекта: модный дом «Я», студию макияжа «Френды», имидж-студию Елены Ивановой.